Снегом. Все занесено снегом абсолютно. Опа, я выше поднялся. Класс. Какая прелесть. Такой воздух. И голубое небо. Красота. Это неописуемая красота. Просто прелесть. А здесь какая красота. Как это не заснять? Сделаем снимок. Красота. Добрый вечер. Театр, как всегда, начинается с вешалки. И мы прошли уже сразу на кухню. Театр одного актера. Саша сегодня будет сниматься в роли неуловимый мститель. Саш, слушай, как называется твоя картина? Я понял, у меня такой пробный кастинг прошел. Как называется? Кастинг. А ну-ка сделай чиз. Не могу, у меня. Вот, нет, а ну вот так. Оп. Я загримирован. Давай комфортное масло. Я загримирован, не могу улыбаться. Почему? Зоя, Зоя, глянь сюда, Зоя. Подожди, постой. Вот сюда, сюда. Зоя, посмотри, секундочку. О, сюда, Зоя. Ну, на минутку. Зоя, вот сюда. Иди пока. Сюда, чтобы я тебя видел. Вот так вот выгляни. Ниже. Саша? Так. Отлично, Кат. Так. Вот, хотите фотографии можно? Пусть такой. Можно. Ты знаешь что? Чем-то смахивает. Ты знаешь, вот я помню, когда в 1941 году, когда фашисты отступали под Москвой. Они закутались, потому что была суровая зима. Ты знаешь, чем-то напоминает. Да, правда, ты в летней рубашке? Мы наступали. Да? Да. Окей. Отступали в другом месте. Чего ты, конечно, отступал? А в Москву они отступали не в другом месте. Угу. Вот, окей. Итак, время 12 часов 15 минут утра. Да. А сегодня... А, уже 13 число. Кстати, сегодня годовщина приезда Саши в Америке. Сделай чиз. Слушай, а сколько месяцев? Подожди. Стой, не уходи далеко. Отличная фотография. Был фотоаппарат, мы сейчас с первого раза будем забрать. Так. И все можно скинуть на сайт. 5 месяцев сегодня. Ну-ка, еще раз. Чиз. Зоя, чиз. Зоя. Одну секундочку, чиз. Окей, хорошо. Так что сегодня у вас это поступление товара, я вижу. Продукты привезли. Да? Ну хорошо. А вот он свежий сыр, смотри. Конечно, свежий. А чё ж не свежий? Еще бы. Дайте бутерброд. Бутерброд, хорошо. Ну окей. Подготовки к съемке спектакля закончились. Значит, следующие съемки будут буквально на днях. Чай, Саш, поставь чай. Добрый день. Сегодня 17 февраля 2004 года. Последний день нашего пребывания в нашем апартменте, хорошем апартменте, в котором мы прожили очень много с 97 года, сейчас 94 год. И мой космонавтик, телевизора нет, ничего нет, мой космонавтик кушает кашу. Кашу, а Сирил. А сися, что ты там слушаешь? Там русские новости передают. Да, посмотри, остались котомки, чемоданы, ну, последние сборы, уже ничего не осталось, последних хер была. А тебе жалко квартиру оставлять? А я не знаю. А тебе? Mm-hmm. А, Зоя, а вот эту картиночку, что же Саша оставляет, смотри. Борь. Да. Тебе жалко эту квартиру оставлять? Нет. А? Не жалко? Нет? Не жалко. Ну, тогда оставайся здесь. Хорошая квартира. Да, оставайся здесь. Ясеньки. Ну-ка, делай чиз. Ну-ка, улыбнись один раз, я тебе сделаю кадр. Ну-ка, раз, два, чиз. Ты сейчас себя увидела, ты даже не поверишь, что это ты. Так, а теперь еще раз. Так, кашу не жуй, не бойся. Так, раз, два, три, четыре. Чиз. Ой, красавица. О, вот это другое дело. Смотри, вот это да. О, вот это хорошо. Ой, ужас. Так, ужас, не ужас. Ну, хорошо.